Вот итальянский грейхаунд, до чего же он воспитанный и насколько он дисциплинированный. Он прям идет по часам, какает, и все. И все, скажем, вот это расписание, у меня каждая минута расписана. Вот мама только сейчас как и села. Иди сюда. Жильбер, ко мне. Иди сюда. Жильбер. Байкал, а ты ходил по большому? Да, у нас уже все приготовлено. Жильбер, ты молодец, Жильбер, ты подал им хороший пример. А хороший пример заразительный, как говорится. Поканул. И ребята, давай тоже какать. Такой какательный у нас сегодня вечер. Байкал, один такой редкий сибирский парень. Крепкой попой никак, да, скажи, а что, у меня от мороза такой еще крепче попа становится, скажи, да? Она меховая попа, она мне и не пукает даже, скажи, да? Дюйоматы пукает иногда, когда спит. Тихо. Это она показывает, что она такая деловая, что она много может всяких функций выполнять. Она полезна, и чтобы ее это не забывали. Она физика. Просто погладь. Нет, она не верит. Такое ощущение, что просто это может быть. Байкалище, иди папа, маленький красноглазик. Днем голубоглазик, а ночью красноглазик. То есть он днем он белогвардеец, а ночью красногвардеец. Жильбер! А ну ладно, не буду кричать ему. Он сам придет. Сейчас не очень так холодно. Минус 4, может быть. Слава богу. Погода просто вот сухая, без дождя. Жильбер! Она там грызет дубину. Жильбер, ко мне! Жильбер! Ну как интересно все это. И большие собаки скажут. Не знаю, что. Там эти большие собаки что-нибудь не едят. Бакана тебе тоже. Так, все. Жильбер, пойдем, дама, уже ты нагулялся, хватит тебе. Жильберчик, тебе Байкал нравится? Байкал ему нравится. Жильбер, пойдем, дама, все. Так, давай скажем всем спокойной ночи. Байкал, мы сейчас к тебе еще вернемся. Сейчас Жильбер отведем. Дю-дю. Спокойной ночи. Марта тебе тоже спокойной ночи. Грызи там свою. Он даже эти глаза отсвечивает в темноте. Она березу заламывает. Некому березу заломать.